Всем привет! И сегодня я расскажу, как сделать кофейный столик из часов и обычной балясины. Для этого нам понадобятся старые часы, балясина от лестницы и немного инструментов. Для начала я беру балясину и вот такие дощечки. Размечаю их. Теперь отмечаем середину на балясине. Теперь соединяем наши элементы. У нас получилось вот такое основание для стола. Теперь его нужно загрунтовать. Берем обычный грунт по дереву. Основание готово, и пока грунтовка сохнет, я займусь часами. Теперь разберем часовой механизм. Это будет наша столешница. А пока я покрашу основание. Краски акриловые легко ложатся. Первый слой готов, и я пока покрашу основание. После того, как наше основание и будущая столешница полностью покрыты, я возьму золотую краску и добавлю эффект состаривания. Для этого берем совсем капельку и полусухой кистью наносим золото на выступающие части. В качестве подложки я использую картон. Вкладываю его в основание и теперь засыпаю все кофейными зернами. Теперь приступим к сборке корпуса. И наша столешница готова. Теперь соединяю столешницу и основание жидкими гвоздями. Вот такой кофейный столик у нас получился. Не бойтесь, экспериментируйте со старыми вещами, и они обретут новую жизнь.